городе стоит больница внутри палаты. Приезжайте в гости к нам, будем очень рады. Клоуны веселые, озорные люди, а врачи серьезные, веселее будьте. Ах! Очень ценим мы его, профессора любимого. Он всегда всем помогает, больше всех в больнице знает. Очень строгий, будь здоров, Андрей Анатольевич Кольцов. Но добрее человека в этом мире больше нету. Ух! Александр Юрченко присылает мне письмо. Напишу ему в ответ, он же Шурик-ортопед. Ух! Я в больнице задержусь, с выпушкой срастаются, и Брут Замирович для этого старается. Полюбили ортопеда Наталью, дочь Владимира, добрая, красивая, молода, учтивая. Жить мы можем без айфона, без попкорна и кино, но прожить без педиатра детям просто не дано. Слякоть, снег, жару и холод, словно доктор Айболит, или весь огромный город, наш невролог к нам спешит. Юлия Владимировна, старшая, престаршая, найдись много, вы одна медицинская сестра. Перевязочный царит Светлана Алексеевна, здесь и гипс, и вата, тут лечатся ребята. Лучше всех нас развлекает, солнышками называет. Угадайте, кто она? Ирина Владимировна. Ух! Как дела? Она спросила и в палату положила. Хозяйка лучшая она, Ирина Николаевна. Ух! Сестры на посту сидят, да ребятами следят. Чай попить не успевает, но всегда нам помогают. Животы у нас стучат, там целый слон поместится. Нас накормят, как мычат любимые буфетчицы. Ух! Чисто-чисто так кругом, пыль не собирается. Санитарочки вдвоем усердно убираются. Операции идут, проходят так лечение. Будем все здоровы, мы на первом отделении. Дорогие доктора, будьте все здоровы. Мы вас поздравляем, счастья вам желаем.